Минуточку внимания. Я на огороде, у нас передали похолодание. И мы сделали имитированные такие парники. С мужем приезжали, с Егором. Егор хотел очень шашлык, но мы на рыбалку не брали с собой ничего жарить, не хотели отвлекаться. А сегодня я купила ему купаты, привезли сюда мангал и решили, что мангал останется у нас здесь стоять, и мы с Егором будем запросто ходить. А сзади видите, какой зеленый у меня пейзаж? Эта соседка натянула такую сетку. И муж сидел, сидел, смотрел, говорит, нам тоже такое надо. Как только, говорит, я пойду на работу. Ну, сейчас я покажу наши парники. В березовой своей роще я заготовила вот такие прутья клена для того, чтобы вот сделать такие дуги. Я как-то у себя на родине так делала. В фикс-прайсе купили мы крепления 51 рубль. Вот такие. Конечно, с бухты-барахты все это делалось. Поэтому, если в следующий раз я буду делать, ну, уже, конечно, я подготовлю одного размера. Возможно, дуги. А возможно, куплю. А здесь у нас кусок такой, два куска резаных остались. И мы тоже прикрыли помидорчики. Огурцы так и стоят здесь прикрытые. А вот на огурцы здесь поставила ящики, чтобы мороз... Ну какой мороз? До 6-9 градусов ночью обещают. Так, что еще? И как картофель зашел. Но вот этот ряд был, по-моему... Элитная это Виктория, и она не взошла. То есть получается уже 2 недели, а ее нет. А это картошка, которая из ярче. Осталось мне сделать, хочу все-таки сделать бордюрки такие, или как правильно, чтобы у меня были грядки здесь. Скоро будет у нас, ну как бы так, как мне хочется. Вот мангал оставляем. Надеюсь, его никто не сопрет. Мое сено, но мало. Ой, пойду в отпуск заготовлю. Мужики мои ушли. Вот такая сетка. Конечно, это все... Нет, ну, в принципе... Можно и нам такую сетку. Ну что, едем домой. Иду завтра на работу. Приду, попробую. Я немножко только попробовала. Приду, съем эту колбаску. Егор мне поливал. Теперь он будет знать, что можно на огороде пожарить колбаски, сосиски. И он будет с удовольствием ходить со мной, помощничек. Ну, а так, а муж говорит, представляешь, приходишь через 2 дня, открываешь свой парник, а там огромных размеров помидоры. А я говорю, а представляешь, мы вообще до осени открывать не будем, откроем, а там залежи помидоров. Вот, так, вот покажу. Не, завязались уже у людей. Ох, у меня глаз... Стреляет по всем огородам. Так, пошла я искать машину. Мужики ушли подальше. Здесь стоять нельзя. Ой, хорошее настроение. Хотя на даче мы с мужем 25 раз поругались. Я никуда, куда-то не туда нож положила. На землю он лег, его нож упал. Ой, не могу это выдерживать. Я понимаю, конечно, что нужно вещи беречь, но в этот момент я об этом не думаю. Все, мы поехали, а то сейчас еще наорет. Ну, а вот. Следующие выходные куда? На рыбалку или на огород? Нет, на рыбалку. Ну, ладно. Кто знает, что такое дача?
пусть содрогнется, как и я. А как над дачей то и шачу, то знает лишь моя семья. После работы каждый вечер, забыв про все свои дела, забыв про радости и встречи, лечу на дачу, как стрела. На кой далась мне эта дача? Пытаюсь у себя спросить, когда на даче я горбачусь, в протоке плещут караси. На людоге зима играет, кунжа вовсю клюет в мальках. Я ж в это время собираю блины коровьи на полях. Себя до слез мне очень жалко, душа рыдает и скулит. Хочу поехать на рыбалку, а дача тянет как магнит. За что же мне такая доля? Куда бегу, зачем спешу? Приду на дачу, выйду в поле, возьму косу и все скажу. Всем пока.